Были еще вот здесь у Беркова, здесь называется так, это попытки изменить церковь. Две попытки изменить церковь. Живучий маркионизм, маркион, а живучий, потому что до сих пор он живет. Маркион, он уроженец Понта, изгнанный из дома за блуд, прибыл в Рим, это 139 год. Он считал, что церкви стали законнические, надо их очистить от ветхозаветности, и верил, что только апостол Павел понял Евангелие Иисуса Христа, и он ограничил Новый Завет только Евангелием от Луки и 10 посланиями апостола Павла. Ну, маркионизм, маркион и маркионизм – это попытка разделить закон и, имеется в виду, Ветхий Завет и Евангелие. Простите, еще какой это, в каком году? В 139-м он появился вот на общественной арене. Создал даже свою церковь потом. Ведь церковь, понимаете как, она приняла его. Он как христианин был. И слушали его, вникали, рассуждали. Он не интересовался ни восточными мифами, ни греческой философией. Он не гностик. Его главный интерес – спасение. И спасение – только через, значит, вот церковь, он правильно понимал, но Ветхий Завет он хотел как уничтожить просто. И это тоже не является чем-то давно бывшим. У нас есть и такое бытующее мнение в нашей стране, что Ветхий Завет – это там для евреев. Особенно у людей, которые имеют, как это называется, антисемитизм. Это еврейские учения. Или история. Или, да, ну или да. Это вот Евангелие – это Христос. А это вот у нас вся Библия, она пронизывает друг друга. В Ветхом Завете он предсказан, в Евангелии он явился, в посланиях он объяснен, в Откровении он ожидаем. Понимаете? Все вот так. И ссылки у нас идут. Идут и на Ветхий Завет. Вот эта цельность, я думаю, в каких-то курсах это слышали, единство нашей Библии, это все Божье Слово, все Божье Слово. Маркион противопоставил и разделил. Значит, Тертуллиан, остроумный, сказал о Маркионе так. Маркион учит Библии не с пером в руке, а с ножом, вырезая из нее все, что не согласуется с его собственными идеями. Поликарп. Поликарп о Маркионе. Маркион богохульствовал против Бога, отложил в сторону большую часть учения Христа и поставил себя выше апостолов, которые передали нам Евангелие. Ну, то есть вот так вот. И он пытался изменить церковь. По его мнению, Христос, он не является Мессией, он не входит в пророческую линию, он воплощение доброго Бога, он видимость человека, чтобы сделать себя понятным людям. И распятие ему не повредило, потому что он был только по видимости Бог. Он провозгласил евангельскую любовь и свободу от закона. А ведь в самом деле написано, да? Конец закона Христос. Мои дорогие, вот мы сейчас в очень начале находимся, где все вот эти вот проблемы ключевые. Конец закона Христос. Ну и как? Тот же Христос сказал, небо и земля придут, но ни одна йота из закона не придет. Он не отменяется. Понимаете как? Конец закона Христос в каком смысле? Что мы теперь спасаемся не исполнением закона, а исполняемся верою в Иисуса Христа, который исполнил этот закон. Закон никак не может отмениться.
Он должен быть исполнен. Так вот, Христос исполнил и вменено это. Как будто бы это мы исполнили. Но интересно то, что, веровав во Христа, нам ничего не стоит исполнять этот закон. Вы понимаете ли, что нам его легко исполнять? Это пресвитер нам толковал. Говорит, вы знаете, говорит, преступник в тюрьме, он очень старательно изучает уголовный кодекс и ищет, нет ли где ему послабления здесь, или нельзя ли апелляцию подать. Или... Он... Я, говорит, уголовный кодекс и глаза не видал никогда. Мне он ни к чему. Понимаете как? Поэтому такое отношение к закону, что тебе его... Нормально исполнить. Ты живешь по Христу, и ты меняешься, у тебя новый человек. Так, ну хорошо, маркионизм продержался до 7 века. Он подбирал всех отлученных из церквей. И знаете что? Какой был замечательный результат этого маркионизма? Он побудил церковь выработать канон. 27 книг, и поставить преграду для позднейших включений еретических книг. И потом это первое кредо, что я вам прочитала. «Верую в Бога, единого Бога, Творца всего видимого, невидимого». Да? Это побудили сделать гностики кредо, а книги собрать побудил Маркион, потому что он эти книги выбросил, эти книги включил. Отвечу интересный момент. Маркион был богатым человеком. И почему его хорошо приняли в церкви? Он большие пожертвования принес с собой. И его так с открытой душой приняли. Церковь вернула Маркиону все пожертвования. Ну, посчитав их нечистыми. Есть такое указание. Это, по-моему, в Ветхом Завете указание, да? Не входи, не вноси в святилище цену пса там или что-то, или еще, в общем, нечистое какое-то. Церковь вернула все пожертвования. Это очень интересно. Так, ну и еще очень интересное последнее. Это будет попытка тоже изменить церковь. Это монтанисты. Это будет 156-й, это все второй век. Монтан. Монтанисты очень похожи на наших харизматов или пятидесятников в их первом явлении. То есть сейчас они успокаиваются и приближаются как-то к нам. А тогда, значит, в чем было дело? Это был разгар гонений. Гонения, с одной стороны, очень очищают церковь, очень поднимают дух ее, веру, но, вы знаете, возникает какое-то такое пренебрежение даже к жизни. Вот я хочу для примера рассказать вам про мученичество Поликарпа. Поликарп противостоял тем людям, которые желали мученичества. Когда вот ты видишь массовые убиения, истребления, сжигания там, на арене цирка, то возникает какое-то такое, что вот все, жизнь как-то кончилась, сейчас Христос придет, вся церковь берется уже, через мучение, может быть, берется. Желание мученичества. Вы прочитали у Игнатия, сегодня будете рассказывать про Игнатия, желание мученичества. Но это было такое массовое явление, что Поликарп, здравый ученик апостола Иоанна, он противостал этому и сказал, что когда тебе никуда не деться, ты принимаешь это гонение. Но если у тебя есть возможность убежать, беги в другой город, это написано. Помните, Христос писал? Тебя гонят здесь, беги в другой город.
И когда его самого арестовывали, он бежал. И там где-то реку переправлялся на лодке. И, в общем, добежал он до моря, где его настигли. И он тогда поднял руки к небу и сказал: «Господи, ты видишь, я старался. А сейчас предаюсь в руки твои». И Поликарп был уже старенький, ему было 86 лет, так что бегал он не очень сильно. Вот. И когда от него требовали отречения, он сказал знаменитые слова: «Добрый, добрый пастырь, Смирна, та самая Смирна, которая послала мне». Да, епископ Смирны. Ну вот, то он добрыми глазами-то обвел своих судей и сказал, говорит: «Это мой господин, я 86 лет только милость от него видела. Ну как я буду от него отрекаться?» Такие простые слова. Его приговорили к сожжению. Вот такой у него не брал. Там ветер раздувал, огонь горит, а он невредим. Его копьем тогда ударили. Кровь залила огонь. И горит. В общем, понимаете, его уже просто мертвое тело сгорело. Его убили. Крестьяне подобрали прах его, славили Бога за него. И с этого я могу понять это. Но с этого началось почитание мощей. Вы понимаете ли, что сам факт этот понятен и объясним? Это был, собственно, вот один из первых их видных таких вот мучеников. И они, собственно, собрали прах не поклоняться ему, а похоронить этот прах. И на могиле вспоминали вот день воспоминания о нем, славили Бога за него. Ну, понятно это явление. Но потом его сделали, превратили в эти дни святых, дни поминовения этих святых. Придете сейчас вот в церковь, вы не попадете, никак не услышите ничего о Христе. Это будет рассказ об одном святом или о другом святом. Я 6 лет проходила в православный собор, я не знала элементарного, что Иисус Христос совершил для меня на кресте. Ну вот, видите, вот понимаете как? Поэтому вот то, что... Поэтому я вот вам и говорю, что тот... Алексей у нас молодец. Знал, но не знал, но не выдавал, да? Чтобы враги не прознали. Вы понимаете, мы с вами говорили про отступление, когда вот Евхаристия хлеб бессмертия называют. Или воды крещения, они очищают от греха. Я могу понять это. Потому что еще такого учения не было, исследования такого еще не было, что это делает. Но то, что эти ошибки были возведены в куб, узаконены, введены в обиход, понимаете меня? Вот что беда. Мало ли какие события происходили и кто как реагировал. Так вот, с монтанистами. Значит, на фоне вот этих вот гонений они... Это все учение возникло именно в период больших гонений. Не жениться, семей не создавать, нормальной жизнью не жить, все время в собраниях проводить. Появились и пророки, пророчицы, экзальтация, экстаз, в ожидании близкой смерти, кончина уже вот-вот. Скоро Христос придет. Ожидание его скорого пришествия. И Монтан, это был первый пророк, но там было потом много других пророков, и он стал говорить не своим голосом о скором возвращении Христа, и именно вот в город во Фригию, в город, где он жил. Наступил, он говорил так: «Наступил век Христос, Христа нет сейчас, сейчас наступил век Параклета». Параклет – это Дух Святой. Век Духа Святого. Близко всему конец. Это время даров. Это время пророчества.
проповедь безбрачия, бездетности, постов, аскетизма, мученичества и подчеркивали роль харизматического служения в церкви за счет нормального служения. И церковь была в большом затруднении. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Наступил век Параклета, век Святого Духа. Поэтому то, что они провещевают, выше того, что написано в Писании. Это первое. И второе, они с презрением некоторым относились к нормальным церквам, которые не разделяют их практики. Возбуждение, экзальтации, пророчеств, шума. Вот понимаете ли как? Они к этим церквам относились свысока. Один из епископов церкви, он так рассуждал. Кто теряет контроль над собой, тот ложный пророк. Он начинает с того, что стремится опустошить свой ум, окончая тем, что оказывается вне себя. Они не могут указать ни на одного пророка Ветхого или Нового Завета, кто был бы движим духом так, как они. Ни Агав, ни дочери Филиппа, никто другой, кроме них самих. Понимаете ли, что это было возбуждение уже психологическое или физиологическое, когда человек уже не владеет собой, не контролирует себя. Но вы знаете, вы пророков читали, эти великие пророки, малые пророки, с какой силой Духа Святого, как здраво, как уверенно. Там совершенно не было такого, знаете, вот вне себя находится, вне себя. И, конечно, вот это вот пренебрежение другими верующими, что они вот выше, они ближе к Богу, они более правильно поклоняются Ему. Вот это была реакция на преследование христиан, и это была реакция на то, что, вот сейчас я уже близко подойду к вам с этой темой гонений. Дело в том, что во времена гонений – это ненормальные времена. И там есть герои, но там есть и те, кто не мог видеть мучений своих близких, например, и которые пошли и принесли эту жертву там по обычаю языческому, получили сертификат и были освобождены от гонений. Потом потребовалось все более жестко, это в конце уже Диоклетиан придумал, чтобы приносили святые писания для сожжения. И кто-то понес на сожжение. Знаете что, мне пришлось много литературы читать о том времени, в частности, вот и о таких людях, и какое-то общее свидетельство, что люди, которые так поступили, чтобы защитить не себя, а своих близких, они потом покоя не имели, они потом приходили, сдавались сами. То есть мучения внутри превосходили все мысли о мучениях физических. Вот. Во всяком случае, монтанизм был реакцией на эти случаи, одиночные случаи отступления христиан. Монтанисты в другую сторону. Они жаждали страдать, они громко славили, выходили из себя, они считали себя особо отмеченными духом, потому что они в таком вот таком подъеме. В общем, понимаете, как? Тертуллиан, он был покорен ими, и он присоединился к ним в 206 году, к
ним присоединился, к монтанистам, за их веру, за их бескомпромиссность, за их преданность Господу, за их бесстрашие перед гонениями. Ну, он пленился ими и к ним присоединился. Просто я хочу сказать, что мы никак не можем вот так вот просто разделаться с этим движением. Ну что, ну вот, ложь и все. Да, неправильно, что они превозносились. Да, неправильно, что они психологическое возбуждение принимали за действие Духа Святого. Но ведь это опасность, которая рядом с нами всегда ходит. Чтобы не всякое возбуждение, не всякое такое вот состояние, оно и... Надо различать духов. Это тоже не сразу приходит. Вот вы читали сегодня, нам Женя читал, чтобы вы, молюсь, чтобы вы возрастали в познании и во всяком чувстве. Это чувство мне покоя не давало, я пошла смотреть переводы. Так это чувство означает, чтобы вы возрастали в даре развлечения, в интуиции, вот в познании глубоких вещей, а не, потому что чувство – это непонятное слово. В каком чувстве возрастать? Неясное слово. Вот. Так вот, вот этот, это тоже дар развлечения, чтобы не было у тебя такого превознесения над другими людьми, над другими верующими. Вот так вот. Так что мы не можем от них вот просто так отделаться, но мы не можем и принять их учение. Но знать, что такой факт был в истории очень мужественного и героического поведения перед лицом преследований, и который повел к излишествам, экзальтации, пророчеству. И, знаете, уже ничего не важно, все горит синим пламенем, потому что все, конец, жизнь кончается, эпоха кончается, Христос скоро придет на фоне этого лихорадочного ожидания. Я потом подумала, до чего? Интересно, вот действительно Дух Святой, вот, автор нашего Писания. Тут глубочайшие вещи сказаны с глубочайшей серьезностью и покоем, целомудрием и благоговением.